восстановился после аварии. У него был перелом ноги и трещина головы. И благодаря клеточному питанию он восстановился. Давайте послушаем историю. У меня брат после аварии восстановился. У него был многоскочный перелом ноги, была трещина головы. У него была вмятина, половина лица просто мята внутрь. У него не виден один глаз, но благодаря нашим технологиям на данный момент у него нет проблем, а именно головные боли не беспокоят. Вот на погоду особенно у него очень сильно обострялась боль. У него ушли гематомы в голове, то есть все это было очень запущено. Все вот благодаря нашим технологиям все прошло. На данный момент он здоров, он работает. Он имеет свою семью, у него есть две прекрасные дочери. И он сейчас полностью восстановился. Благодарю. Клеточное питание – это натуральные продукты, основанные на трех Нобелевских премиях. По вопросам заказа пишите мне в личку, подробнее расскажу и помогу заказать. Доставка во все страны мира. Будьте здоровы!